Привет, дорогие друзья! Сегодня у нас вот много посылочек на распаковке забрал под Новый год, 31 декабря. Вот, 6 посылок. Тут у нас дочки пришли лаки, потом какая-то фигня под лаки. Это лампочки светодиодные я заказывал в гараж. Сумка. Это даже не знаю что. И лампа ультрафиолетовая для ногтей, для сушки ногтей. Ну давайте начнем мы с самой, наверное, маленькой. Вот резиночки дочка заказала за 0,8 доллара, оценили в 0,9. Что у нас там за резинки? О, какая куча резинок. Пакетик пустой. Вот такие резинки. Что-то с собой, не бантик или ушки. Ну, в общем, вот. Еще что-то. И письмо даже китайское какое-то положил. Или что-то. Ну, видимо, письмо. Вот такие вот резиночки. Так, тут у нас что? Тут неизвестно что. А, это какая-то, видимо, не то палитра для ногтей. Ногти красить, ногти. Дочка мне тут все ногти и ногти заказывала. Я даже не знаю, как это назвать. Видимо, какая-то палитра. Такая вот штучка. Так, сумка. Оценили в 6 долларов, заплатили мы 7,5. Что за сумка с каким-то не то камнем, не то что внутри. Мальчик хотел цвет бордо, но белый тоже хорошо. Что тут как? Тут долезть. Ага. Вот такая вот сумочка. Для телефона и для денег, я не знаю, что сюда ложить, но дочке понравилось, пускай носит. Вот такая вот сумочка. Ссылочки в описании. Так, куда мы ее? Вот сюда. Так, лаки. Лаки. Вот как. Кстати, классная упаковочка. Вот такие вот лаки для сушки ультрафиолета. Сейчас я сложу обратно, и вы увидите номера, если кому-то интересно.
тут номера вообще нету. Я не знаю, что это такое. Как его? Ну, нет, нет. Вот. Номера. Если кому-то интересно. Вот такие вот лаки. Лаки-лаки. Так, вскроем большую посылку. Тут была, есть лампа для сушки ногтей. Вот, китайцы ценил $5. $5, но, а мы заплатили 13.68 или 64, я уже не помню. Что-то в этом роде. Опа, случилась авария. Порезал палец. В пакете больше ничего нету. Лампу китаец прислал без коробки. Пупырки тоже зажал. Обеднел Китай, походу. Ну, сейчас посмотрим, в каком состоянии она пришла. Лампочка целая, вроде все отлично, все отлично. Так, лампы, кстати, уже установлены по месту. Насколько я понимаю, это надо все дело извлечь. Смотрела как-то распаковочку. Китаец ошибся и прислал лампу на 110 вольт. Вот, после ее включения шандарахнул предохранитель. Не знаю, сейчас включим, посмотрим. Может, у нас что-нибудь шандарахнет. Так. Это каким боком сюда? Я не понимаю. Ага, тут есть салазки. Салазки. Ух ты, попал. Ну что, врубаем. Будем делать большой бах. Работает. Опа, работает лампочка. Ага, одна лампа не работает. Не работает лампа. Не работает лампочка. Ну, будем разговаривать с китайцем в особо жестокой форме. Вот такая лампа. Жалко, конечно, жалко, дочка расстроится. Так, и у нас остались светодиодные лампочки. Они идут как для замены стандартных светильников вместо ламп накаливания. Но я приобретал их чисто в гараж. У меня в гараже висят лампы по 700 ватт. Денежки кушают очень много. Так. Что у нас тут?
Посмотрим, что это всё собой представляет. Так. Да, тут... Вот. Еще сегодня опять должны вам прийти таких. Вот они вот так вот упакованы. Заказывал на 20 ватт. Тут, в принципе, 20 написано. Вот, ну, правда, все на китайском. По-русски ничего не, нет. И схема сборочки есть. Сейчас будем пробовать собирать эти лампочки. Посмотрим, что у нас есть в комплекте. Ага, сами. Так, а я не понял. Ага. Вот оно как. 4 пластинки. Каждая пластинка по 5 ватт. В сумме 20. Ну, посмотрим. Что они собой представляют. Вот сколько их. А, 2,5 ватта, я извиняюсь. 2,5 ватта. Так. О, какие. И что нам предлагают? Кстати, крепится эта вся беда на магнитиках. Вот. Я потом сниму еще в гараже, у меня две лампочки висят. Вот, дам ссылочку на них, но там другого вида. Вот такая вот штучка. Значит, сам драйвер должен быть на 220 вольт, я заказывал. 175-265 вольт на 50 Гц. А выход у него 12,24 вольта. Вот мы сейчас подключим. Я, насколько я понимаю, это все дело вот так вставляется. Получается паук. Главное, чтобы это все беда работала. Что у нас бывает всякое. Во. О, какой конструктор. Ну что, подключим и проверим. Что у нас получается? Так. Блин, чтоб не шандарахнуло под пальцем. Ух ты! Так, делаем по-другому. Вот так. Во! Я скажу, по глазам хорошо бьет. Даже очень хорошо. Ну, зажигайся. О. Не знаю, как на камеру, но по глазам бьет отлично. То есть лампочка супер. Зачет. Зачетная лампочка. Вот. Ну что, соберем остальные, по-быстрому проверим. Я эти сборки потом, конечно, вырежу. Но... Целях.
Я так понимаю, эти пластинки можно хочешь 8, хочешь 4 всунуть. Эффект должен быть тот же. Не, лампочки мне понравились вообще. За одну лампочку отдавал 4,90 по скидкам, ну, а в принципе, наверное, сейчас так и стоит. Но я давно не заходил, не смотрел, сколько они реально стоят. Ну, что-то, я думаю, так же осталось. Вот. Зачет, работает. Следующий, сказал заведующий. Мультики Винни-Пуха. И входит, и выходит. Отлично входит, отлично выходит. Ну, видео с лампами, наверное, все-таки обрежу от основного. Ладно, поживем, посмотрим. Работает, зачет. Есть, зачет. И последняя лампа. Кстати, эти платки на алюминиевой основе. За счет чего будет хороший теплоотвод. Ну, хотя не думаю, что они будут сильно греться. Использованы светодиоды, по-моему, 5730 марка. Зачет. Ну, на этом все. Спасибо, с Новым годом. Ставим пальчики вверх. До свидания.
Вот как обещал у меня еще. Раньше заказывал две лампочки из Китая, но я брал ее на скидках. По 70 центов за лампочку получилось. Дурак, что не взял больше. А сейчас она стоит около 8 долларов. Вот, сейчас посмотрим, как они горят. Это лампочки по 10 ватт. Каждая. Бьют они конкретно. Висела у меня на этом месте одна лампа на 500 ватт. Света, в принципе, было так же, как и от этих. Вот, ссылочку дам в описании тоже.